Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие, привет, мои любимые. Сегодня у меня видосик. Вообще-то, во-первых, всех люблю, всех целую. У меня есть новые подписчики. Всем поцелуй. Всех по именам, может быть, в следующем видосе. Может быть, сегодня не успею. Но я вам покажу сегодня мои покупочки. Сегодня у нас ужасно холодно, поэтому я так одета. Я так замерзла, я пришла домой, я околела. Я в пуловере была, потом думаю, ну что же я буду в пуловере-то это самое. Потом одела тишерт, опять пиджак. Все-таки в пуловере сидеть как-то тоже неохота в середине лета, но у нас очень холодно. Прямо вчера шла девушка в варежках, в толстых, в толстом шаль, толстая шапка с помпоном и парка. Да, моя подруга это понимает. Она вообще худенькая и очень сильно мерзнет. Но и я... пить хочу. И я это самое тоже сегодня очень-очень-очень околела. Я сегодня не шопилась, но я вчера пошопилась. Но сегодня хотела, но у меня не вышло. Знаете, у меня сегодня подружка была, она итальяночка. И итальяночка, в общем, она мне настроение отбила от шопинга сегодня. Она со мной пошла в H&M. И, в общем, ей понравились другие вещи, она классическая, мои вещи ей там не понравились, потому что у нее классический стиль. Ей все нравится, черное или такое бежевое, в общем, все такое классическое. А мой шортик, в общем, она мне так отговорила, понимаете, вот у вас такая ситуация, вы идете с кем-то шопиться, и он на вас действует. И я думаю, ладно, я пока не куплю, я подумаю. Но мне-то хочется, я знаю, я потом, я свои чувства потом как сортирую, как проверяю, да. Если оно хочет, значит, это оно мое, значит, это надо. Я думаю, ну хорошо, ну Бог спас, да. Потом мы сидели с ней в ее кафе. В общем, мы это самое накупили. Но там очень, кстати, я вам покажу, какое она это самое. Ей понравился там бадеанцук, черный закрытый купальник и шопинг-сумка. Но у меня есть такой шопер, я такой не хочу шопер. В общем, то, что я хотела, я сегодня не купила, но у нас вообще дела сегодня были вообще. Сегодня я не знаю, что только было. Сегодня была и поездка к врачу, и туда, и сюда. Короче, сегодня дел было много. У нее дочери были проблемы, потом мы туда-сюда ездили. В общем, было много дел, и мы ничего, мы сколько... Я сегодня три кофе выпила. Это я никогда в жизни еще не делала. Я думала, у меня глаза на лоб полезут. Да. По-моему, я ничего не купила. Нет. Вот. Нет. Ну, то, что я вчера купила, я вам покажу, да. Потому что это самое... Что у нас было вчера? Совсем уже они не мешаются. Ой, фу, все еще жарко. Я еще сейчас под концом по стадиону пробежалась. И сильно-сильно мне все еще очень жарко. Сначала я замерзла, потом мне стало жарко от того, что я по стадиону бегала. Сейчас боюсь как бы не простыть. Да, ну не простыну. Да. По-моему, все. Я пытаюсь вспомнить, что же было. Мне всегда нужно пытаться. Так. Я была в Веру Мода. Я там купила джинсы. Кстати, в Веру Мода я вчера была со знакомой, и она себе искала какую-то, в общем, кофту или кардиган, или тренчкот. И я говорю, в Веру Мода есть обалденный тренчкот, и косточка сейчас стоит 20 евро. Он мне длинноват, потому я его хотела, но его так и не купила. Я ее туда заманила, показала ей. H&M тоже кардиган искали. Там подошла другая продавщица с этого, с Мангу, и она со мной побежала искать. Она искала штаны, искала еще что-то. В общем, одна мне говорит, иди покажи мне штаны, одна говорит, иди покажи мне это. Я говорю продавцу, я уже знаю. Так ты, говорю, им скажи, там же висят какие-то, покажи. Он говорит, я не знаю. Я говорю, как не знаю? Вот они, это самое, я эти штаны видела в онлайн. Я говорю, ты продавец? Он говорит, я не знаю. Я знаю, где что висит. Ой, так смешно. Это уже смешно над собой. Сама знаю, где что висит, что продаются. Это вообще какой-то уже. Я уже не знаю, куда. Я все знаю, что у них есть. Это просто обалдеть можно. Ну, ладно. В общем, тренчкот она купила. А я тогда ничего не хотела туда идти вообще. И вот из-за нее зашла и купила себе штаны.
А что делать, да? Блин, я тут ничего не хотела. Кстати, вспомнила, вот мне сегодня куда хотелось. Я из-за своей подруги, из другой, я вообще все забыла. Кстати, я хотела в Веромоде купить обалденные очки. Есть обалденные очки, большущие, коричневые, такие, как я люблю. Там вообще сейчас новые очки есть. Мне еще нравятся пилот голубые с металлической тут этой самой. Ой, они тоже красивые. Вот, я все забыла. Ну, короче, я купила себе эти джинсы. Джинсы, это Веромода, деним, вот такие светлые, сейчас же в моде есть светлые джинсы для лета, да. И вот с такой ножкой, она просто обрезанная, и она вот такая, сейчас это модно, но они называются флэрет, но они вообще даже не флэрет, потому что флэрет это уже как клёш, но они так, они вообще не клёш, видите как, они просто прямые. Я такие покупала белые зимой, тоже от Веромода, показывала я вам. Они тоже high-waisted, высокие, и вот такие просто прямые обрезанные. И сейчас вот эти светлые очень в моде, они просто, и они такие стретчевые, они такие мягкие. Веромода джинсы вообще обалденные. И у них ножки не длинные. Нет, я это люблю. Там всегда есть этот размер petite, да? И мне очень нравятся эти карманы, вот это такие ободранные, такие, такие. Ну, как внизу все так обработано. Slim kick flare, mid-dress. Да, и знаете, что они? Они стоили 39,90 и были на 10 евро. Я их за 10 евро купила. Обалдеть. И знаете, с чем я их буду носить? С белыми кроссовками и с белой рубахой. Такой очень XL. Такую белую, я хочу белую, простую, четырехугольную сверху. Такую самую спортивную носить. Ну, ее тоже можно также носить со всеми пастельными цветами, потому что цвет обалденный. Мне очень нравится. Это такое летнее, да, летние джинсы. Они очень удобные. Они такие комфортабельные, они живот держат, но они же высокие, да? Живот хорошо держит, так. Мой жир прячет. Вот. Такие флэры, да? Кстати, я свой этот не померила, да, я же вам обещала этот самый комбинезон горошек померить. Уже забыла. Быстро, да? Так. В H&M у нас привезли блузки, которые я видела онлайн, и которые онлайн уже пропали, то есть их продали. Я все их закидывала в свою корзинку, и так дозакидывалась, и в общем ничего не купила. И теперь я наконец-то у нас появились эти блузки. Вот одну из которых Fabe Pink, в цвете Pink, я хотела сегодня купить. Но меня моя подруга просто оттуда утащила. Я с другой подругой люблю шопиться с ней. У нас такие вкусы одинаковые. Но вы знаете, каждый человек для чего-то хорош. Вот, понимаете? И я думаю, что происходит это не просто так. Потому что когда что-то со мной происходит, я это даю этому шанс произойти и наблюдаю. То есть я всегда, я не нервничаю, думаю, ну, посмотрим. И, знаете, день принес другие интересные вещи. Не обязательно это было. Ну, мы ночь переспим, если эта блузка еще висит, и она мне еще нужна, я ее куплю. Если это самое... Если мне Морган завтра мне ее не нужно, то значит мне ее не нужно. А если ее завтра вообще нет, значит Бог сказал не надо. У меня такая всегда ситуация. В общем, я эту блузку купила. Она мне очень нравилась в интернете. Она мне так нравилась, вы знаете. Такая обалденная блуза. И она очень хорошо с джинсами. Вот с голубыми, да. Ну, эти очень светлые, а нормальные... Считаю, что эти очень светлые, это не очень. А вот нормальные джинсы, такие светло-голубые, но не такие светлые, нормальные, стандартные. С этим джинсом очень хорошо смотрится. Блуза мне очень нравится. Что-то у меня тут зеркала нету. Что я ничего вообще не вижу, да? Как я выгляжу, а? Сверкаюсь я, сверкаю. Вот так вот, да? Вот. Я зачем эту брошенцию прицепила, сама не знаю. Даже не подумала. Давайте я уберу. Так лучше. Охота была, да? Вот. Сколько она стоит? Она стоит 14,99. Ее не оценили. Но цена-то ничего такая.
И в интернете все продано. Там еще была такая яркая, она появилась сегодня, вчера ее не было. Тоже такая же шифоновая, такого же фасона, но с этими ягодками. И платья у нас появились, кстати, вот у нас этого всего не было, у нас новые вещи есть. Но я не успела все это посмотреть. Времени не было. Вот я этой блузке очень рада, потому что я ее так хотела. Но эти цвета, они яркие. А вообще это не мои цвета. Но я все люблю тоже такое. Ну, не очень такое, это самое. Спокойное тоже люблю. С яркими цветами мне еще лучше. Но мне очень нравится это гармонично. Такие английские эти самые. Как называется? Друг. Ну, английские узоры тут цветочные. Красивая. Прекрасивая. Я ее потом, может быть, померю еще, успею, да, если что. Вот. Что еще купила? У меня сегодня покупочек мало. А, в H&M я купила вот такие очки. Знаете, они сколько? 4,99 стоят, да? В интернете, в онлайн, они еще не уценены. А стоили они 9,90. Мне очень понравились у этих... Вот такая душка. Она такая прямо, знаете, такая массивная, графичная. И мне очень нравится тоже форма. Их только двое осталось, я думаю, ну, это значит, надо брать, к тому же они уценены. Вот, ну, я их взяла. Я вообще люблю солнечные очки. И самое интересное, в прошлый раз купила, вам показала, да, найти не могу, не знаю, где лежат. Может, еще найду, наверное, опять в какой-то сумке. Давайте я их померю. Вот так они выглядят. Мне очень нравится эта душка. Кстати, вот эти сережки сегодня, да. Вот эти сережки с этой заколкой вообще не идут. Но я ничего не сообразила и потипандорила. Заметили? Если я такое беру, то мне нужны просто обыкновенные вот такие сережечки. Просто небольшие. А тут уже вся форма, узор, в общем. Это тогда too much. Я же, знаете, это самое... Не быстро-быстро, я прибежала, что-то одела, это самое, в душ. И я уже не знаю как. Не знаю, что она протипандорила, мне уже темно, я думаю, я сделаю сейчас видос. Вот такие вот очки, мне они нравятся. Ну, не знаю, может вам не нравятся, но я считаю, что классные такие. Всегда нравятся разные очки. Вот это мне тоже вещь нравится тут очень. Вот. И 4,99. И они очень массивные, они очень плотные. И у них это самое... Вот такой вот переход, да? С этого. И черное. Черное мне это очень нравится тоже. 4,99, да. Смотрите, как здорово вот эта блузка и эти очки. Смотрятся, да? Эти очки подходят к этой блузке. Но эти очки не подходят к этим брюкам. Там уже нужно спортивный стиль. Тут уже более такой. Тут не совсем спортивный стиль. Немножко элегантный. Немножко... И что самое интересное, я была в Bijou Brigitte. И в Bijou Brigitte я купила вот эти сережки. Они такие типа сережки есть в H&M. Кого интересует, вот такие вот. И они даже в H&M дешевле. Они стоят 6,99. Тут я купила за 9,99. Bijou Brigitte. Вот такие сережки. Очень классные. Я их даже могу с этой блузкой носить. Но лучше всего, я считаю, они подходят с моей курткой цвета хаки. Или... Момент, сейчас покажу. Например, вот с этой курткой от H&M, которую я недавно купила. Они очень хорошо смотрятся. Гляньте, как. Вот так вот. Очень здорово. И также с этой курткой от Vero Moda тоже очень классно. Это вот вообще. Также можно со шляпой носить. Стиль сафари, да. Такие сережки. В общем, я эти сережки хотела. Я видела... такие большие, да, вот такие побольше, да, побольше с этими. Но у нас их нет. Я видела на голливудских. На ком, не помню. Мне так понравилось.
Я думаю, я их хочу. Хаджинем, конечно, есть, но в Хаджинем они другие. Тут у них одна золотая, а одна это настоящая. Ну, одна такая золотая пластиковая, одна настоящая. Также вот ракушечка. Тут все ракушечки. Они тут очень хорошо сделаны, они тут обмотаны. В то же время приклеены и обмотаны еще раз прозрачной леской. В общем, плотно, да? Я сейчас их померю. Дети Серёжки тоже очень нравятся. Обожаю, обожаю. Ой, мне жарко теперь. То мне холодно, то мне жарко. Сегодня вообще у нас очень холодно. И сейчас начал еще и дождь лететь. Я под дождем бегала по стадиону. Надо. Надо бегать. Куда? Жир-то сотрясать нужно. Жирок нужно сотрясать. А вот такие вот у меня сережечки. Обижаю, обижаю. Я хотела вам побольше вещей показать, но не тут-то было. Ну не тут-то было, да? Вот так вот. Классные, да? Мне не нравятся. Мне они нравятся. Кстати, на мне помада. На мне помада вот такая вот. Это от Essence. Такой тон. Помада от Essence. Вот эти вот я в прошлый раз купила, да, от Revive of Me. Они очень легкие, они очень такие, ну, они не плотные, да. Не знаю. Но мне их очень, ну, не очень заметно как-то, я не знаю. Мне не очень заметно. Сейчас ною, да? Вот, сережки, короче, такие. Обалденный. Шляпу одеть или не одеть? Шляпу одеть. Шляпа вообще к пиджаку не подходит. Ну, сережка не подходит. Такие. Кстати, у нас в H&M привезли разные шляпы, штранташен, сумки для, эти шоперы для пляжа. И разные-разные шляпы. И была шляпа с белым бантом. И все оценили на 8 евро, на 9 евро. Ну, у меня же сегодня с моей подружкой никак. А просто вот так промчались и все. Чего мы не успели? Так. Может быть, я там и шляпу бы купила, да? Ну, ладно. Хватит шляп-то покупать. Вот. Этой блузе я несказанно рада. Я вам еще, может быть, ее сейчас померю и покажу. Если я куда-то влезу. Мне тут все это разворачивать сегодня неохота, некогда. Всех люблю, всех целую. Кстати, на мне блейзер. Это H&M, да? Вот такой вот. И это самое. Мальчики, у меня есть такие же штаны, такие же атласные. Как, они как джоггинг-хозы. Но я их сейчас не одела, но мне вот такие вот барюки такие плиссированные. Палаццо такие широкие. И тут такая же маечка тоже от H&M. Я это в прошлом году купила. С этим блейзером вместе. То есть и брюки такие же. Они как джоггинг спортивные, но они с такой же ткани. И с завязочками карманы. Но я сегодня эти брюки не нашла. Я их хотела одеть, но не нашла. Не знала, где лежат. Так. Вот. Это был мой аутфит, да? Что еще? Может, я еще что-то купила и не помню, да? Я же такая, у меня со вчерашнего дня ничего не помню. Нет, наверное, уже ничего нету, да? Ничего нету. Вот, это все было. Я сейчас попробую вас что-нибудь померить. Всех люблю, всех целую. Желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения. Может быть, что-нибудь умное прочту, если вам нужно, да? А, это с прошлого раза еще висит. Du selbst zu sein, eine Welt, die dich ständig anders haben will, ist die größte Errungenschaft. Ralph Waldo Emerson. Быть самим собой в одном мире, в котором все тебя хотят переделать и по-своему сделать, это большое-большое достижение, сказал Ральф Вальдо Эмерсон. Кто по-немецки понимает? Я это не придумала. Вот подходит даже тому, что все-таки я всегда остаюсь я, моя подруга остается моя подруга. То есть она итальянка, она любит все такое классическое, черное, такое черное, может бежевое.
может быть, немножко темно-синее такое, вот. А я такая вот немножко с прибабахом, я люблю всегда каждый тренд, и вот так вот. И я такой остаюсь. И значит, я посмотрю, куплю ли я эту пинковую блузку, потому что в интернете она была сразу же продана. У нас я ее померила в 38 размере, и она мне была мала, потому что тут замочек. И мне нужно в 40-м. Вот. Это вот к тому, что я это самое. У меня все одно на голове шмотки, да? Ой, не знаю. Да. Тут Леонардо да Винчи что-то сказал. Что была бы жизнь, если бы у нас не было смелости чем-то рисковать? Винсент Ван Гог. Ну, он рисковал многим. Я помню, его историю читала и была поражена, что человек в 28 лет начал учиться рисовать. Это мне сколько было тогда? Мне еще не было 28, мне было 17. Мне было 17. Я всю ночь проплакала. Боже, когда я была молоденькой девочкой, я могла всю ночь плакать из-за чего-то. Я всю ночь проплакала из-за того, что вот я из себя ничего не делаю. А вот Винсент Ван Гог даже в 28 лет начал учиться рисовать. Я подумала, боже мой, ты 28 лет, у тебя еще есть время. Тем более, я уже в 17 лет рисовала лучше, чем он начал рисовать в 28, подумала я тогда. И это была гордость. Он учился в 28 лет, начал, и он очень быстро потом с упорством развился. А я подумала, ну, у тебя еще есть время. Когда мне было 28, я тоже периодически помню, обомлела и подумала, боже мой, тебе 28, у тебя муж и дети, и ты дальше не развелась. Я опять всю ночь проплакала. А на тот момент Винсент Ван Гог через 10 лет был знаменитым. Ну, как знаменитым? То есть он свои знаменитые произведения написал, но он же не был знаменитым. Знаменитым он стал после смерти, конечно. За свои картины он продать не мог. Но через 10 лет, да, он так развился. Я подумала, боже мой, 10 лет прошло, а что из тебя получилось? Вот. Понимаете? Такая жизнь, да. Но он очень быстро зажегся, прогорел, и все. Тут можно философически спросить, что в жизни важно? Быстро прогореть или долго тлеть? Я не знаю. Я сейчас... Куда меня заносят, товарищи? Вот. То есть Ван Гогом я не стала. У меня в голове были дети, семья и тому подобное. Это у женщин часто. А, это я читала. Wirf deine Gedanken wie Herbstblätter in einem blauen Fluss, schau zu, wie sie hinterher hineinfallen und davontreiben und dann vergisst sie. Ну, это у нас такого типа тоже есть. Выбрось твои мысли, как осенние листья в голубую речку, и смотри, как они туда падают и уходят с рекой, уплывают. И потом забудь их, твои мысли, твои проблемы, твои это. Ой, ну это я ценю. Цен мудрость, мудрость цена. Я такое делаю все время. Я очень быстро все забываю. Вы знаете, я это тренировалась, это тренировка. Тренировалась это я еще в юные годы девчонкой. То есть я много психологических книг читала, я это все тренировки эти все проходила. И это очень быстро. Но в то время мы не знали, что 23 дня для этого нужно, чтобы мозг трансформировался. Я же по-немецки говорю. Для некоторых вещей мне нужно было иногда 3 года, но я упорно работала. То есть у меня такая воля была очень сильная тогда, но у меня такой воли сейчас нет. В общем, я сильно расслабилась. Не знаю. По-моему, все человечество в последние годы сильно расслабилось, оно привыкло вкушать. И, в общем, плата приходит за все это. В форме того, что сейчас происходит.
Ну, сейчас мы двигаемся к серьезной теме, а я этого не хочу. Так, хватит. Я сейчас что-нибудь одену, а мы посмотрим, если я это успею. Люблю вас всех, целую, обожаю, я вам всегда все обещаю, а потом в конце концов ничего не делаю. Соловей. Вот. Что-то у меня с голосом, мне надо воды попить. Мои хорошие, мои любимые, я вас всех обожаю, кому привет сказать. Цариночка, я скажу тебе, потому что ты маленькая, да, ты хотела. Цариночка и твоя семья. Других всех просто так. Привет, да? Вот, посмотрите, как она выглядит на мне. А вот обувь можно кроссовки носить, можно босоножки носить, можно кроссы носить. Ножки можно к этому. Я как-то вам показывала такие, ну, веревочки. Или вот я выгляжу, не знаю. Эти сережки я так и не выбрала. Но они висят. Но золото тоже хорошо, да, к этой блузке. К этой блузке тоже можно золото носить. Я сейчас во весь рост не буду, мне тут надо много двигать, убирать, мне это некогда просто. Сережки эти филигранные, кстати, можно к романтичной блузе носить. Почему? Потому что они филигранные. Вот, они не массивные, и она такая же легкая, так как они графичные все-таки по форме, но они все равно золотые, они подходят к этому. Они легкие и блузка легкая. Вот. Тогда. Очечки, очечки. Какие можно к этой блузке очечки? Ну, это уже элегантно, да? Очки так с этой блузкой выглядят элегантно. А можно и итальянские, да? Такие тоже элегантные. С этой блузой очень подходят эти очки. Да? И также эти самые. Ну, эти тоже очень легкие. Но мне эти очки не подходят. Я выгляжу в них, как Оззи Осборн. Но они для тех, у кого лицо красивое, хорошо. Моя дочь такие носит, ей идет, а мне не идет. Я в них как Оззи Осборн. Мне уж всегда побольше, потому что лицо-то широкое, да. Обожаю эту блузку. Если ее так завяжу, можно тоже завязать. Но я не знаю. Мне она нравится. Она такая спокойная, в то время романтичная. Тоже можно под низ одевать, правда? Гляньте. Оно тоже неплохо, да? С джинсами этот блейзер и эту блузу. Тоже очень классно. Мне кажется, очень здорово, в общем. В общем, я ее обожаю. К этой блузе очень подходит эта новая. Новая, это самая моя палетка. Хайлайта. Здорово. Очень по цвету. В общем, я сейчас пошла уже это самое. Начинаю тут пробовать. Но я сегодня не буду ничего мерить. Не хочу. Вот такая ножка. У меня носки, да? Такая. Ну, они немножко флэйр, так, немножко клёш, но совсем легко, незаметно, да. Я могу их спокойно обрезать, но мне тоже нравится, когда они такой длины, когда одеваешь такие белые кроссовки на подошве, на такой, это самое, толстенькое, или шлепки, они красиво так вниз немножко. Я это сейчас у многих видела, мне тут очень нравится. Ну, я еще подумаю, обрежу я, не обрежу. У меня быстро я нашла вот эту сумку, конечно, к этому, я не знаю. Джинсы можно носить. У меня есть джинсовая куртка от Vero Moda, которую я осенью купила. Тоже можно. У меня есть тоже белоснежный пояс с сердечком от Esprit. Можно тоже его туда. Белоснежный. Белоснежные кроссовки от Nike у меня есть. Которые я вообще еще не носила. То есть эти можно тоже носить. Ну так, с чем комбинировать, да, вопрос. Но мне очень хочется белую рубашку. И вот это будет моя следующая покупка. Кстати, это Vero Moda Karma, да, тишерт. Был еще, не знаю, есть. В интернете, в Zalando везде такие вещи есть. Ну, кому такие вещи нравятся, я не знаю. К этим джинсам, но так как это ясный цвет, то, конечно, просто черный, да. Вот я все еще не найду черные пилоты. Очки. Не найду, не знаю где. Вот, то есть, тут должны быть ясные, чистые цвета, потому что это чистый джинс, светлый. Но сейчас в моде такие. У меня, кстати, такие еще есть от Elevelle с позапрошлого года. Но они узкие, слим, да, такие светлые. Они летом всегда хорошо с пастелью или с этим. Но у меня сегодня не было большой примерки, поэтому не обессудьте. Я сегодня уже ничего не успею.
Надо было мне видос. Каждый раз не бывает по плану жизни. Все так приходится, и мы так наблюдаем вещи, которые происходят. Вообще я большой наблюдатель. Наблюдатель этой жизни. Мне кажется, мы в этот мир приходим, чтобы наблюдать, делать выводы и приходить к каким-то результатам, чтобы себя найти, а не потеряться. Оглянись, незнакомый прохожий. Помните эту песню? Я так ее любила в третьем классе. Не твой взгляд, неподкупный, знаком. Может, я это только похожий. Не всегда мы друзья живем. Ничто на земле не проходит бесследно. Ведь я не умею. И юность прошедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Вот это я все время вспоминаю. В третьем классе у нас был в классе мальчик, и он эту песню тоже любил, и это была тоже моя любимая песня. И это были мы единственные в классе, кому нам эта песня нравилась тогда, в тот момент. Ну, песни дети другие называли, а вот ему не эта песня нравилась. И я эту песню тогда очень сильно понимала, и я думала всегда. Я ее чувствую, хотя я в третьем классе, хотя я жизнь не прожила, мне не 50. Первый тайм. Мы уже отыграли, то есть половину жизни. Я думала, почему я это чувствую? Ведь мне не 50, я в третьем классе, я это все осознавала, я об этом задумывалась. Вы знаете, душа, она все знает, она все это чувствует. Теперь я это знаю, почему. Но тогда я поражалась этому. Думаю, почему я это могу чувствовать? А вот душа, она вечна. У нее нет возраста. Поэтому это мы так чувствуем. О чем я это? Вот так. Я вам все показала. Все прекрасно. Я больше не буду говорить. И сегодня, а то расчувствуюсь опять. Это никому не нужно. Всех люблю, всех целую. Девушки-красавицы.